Привет, друзья! Смотрите на эту замечательную дружную картину у гусей. Это я управляюсь во дворе. В основном курочек управлялась, меняла им сено в гнездышках. И смотрю, что гуси дербанят через забор. Тихо, я рядышком. Дербанят через забор столбики, которые держат сетку. Думаю, может, у них нехватка дерева в организме, раз они так дружно дербанят. И принесла им бревно. Такое трухлявенькое выбрала, которое помягче. Как они на него напали. Смотрите, пока ходила за телефоном. Ну-ка, тень свою уберу. Смотрите. А, это тень от гусей. Ой, смотрите, сколько они уже надербанили трухлявых ошметков гусин. Ой, гусин. От дерева. Вот так вот. Дружненько они раздербанили эту деревяху. У вас нехватка дерева в организме, гусеньки? Я пришла, им помешала в их дружной компании. Вот такая вот деревяха. Я тоже подербаню. Вот так пришла, хозяйка стала дербанить. Вот так вот им понравилось трепать деревяху, пенечек. Да, гусеньки? Ну, может быть, они клювики свои тренируют. Кто знает, скажите, что это у них за забава такая. Заниматься раздербаниванием пенечков. Может, им потверже надо дать? Ну, вот смотрю, прям трухлявый пенечек им очень нравится. Слышите? Как причмокивают аж. Не знаю, едят или не едят они то, что отдирают. Вот. А вот сейчас вот эта вот гусынька через решетку пыталась снова грызть столбик, который держит забор. Ну-ка, покажи нам. Не, пошла. Пошла пенек грызть. Что ты мне хочешь сказать? Охаешь мне тут. Мяу-мяу. Мяу-мяу, гуси говорят. Мяу-мяу. Гусеньки. И вот такая вот у нас забава. Я принесла гусям пенек. А мне забавно смотреть, как они его дербанят. Вот такая вот у нас интересная жизнь в сельской местности. Да? Что ты ухаешь мне тут, гусик мой? Гусик мой. Слышите, как дербанят? Вроде обычные дела делаем по хозяйству. А тут раз, и вот такая вот радость. Ты что? Ты что? Это у меня рядом тут пенечек, он тоже пытался дотянуться через забор до пенечка. Да, что ты мне хочешь сказать? Не, котов нету рядом, удивительно. Коты гусям решили не подходить. Вот такие вот... кто тут забор дербанит? Трясется аж сетка. Ты самый главный у нас? Ты наш главный гусак? Да, ты красавец. Он самый первый напал на бревно, когда я его поставила в гусятник в ихний. Да, показал, что он командир. Что бревна не надо бояться. Он первый стал его дербанить. Что, девочка? Что, моя девочка? Испугалась, я руку потянула. Ну так, пока я тихонечко сижу, они ко мне подходят. А тут что-то я руку протянула, они испугались. Вы хотели меня попробовать? Да, я знаю, вы любите за одежду теребить. Вот такая вот гусиная компания. А это гусачок, который один у нас остался. За ним, по-моему, завтра должны прийти. Те, кто собирались взять его на племя.
Вон, как он тоже усердно поедает трухлявый пень. Что? Что ты ко мне тоже подошла? Ты пришла сказать свое слово? Вот она тянет морду. Это любопытная гусенька. Вот такое вот развлечение. Вроде... На чем я остановила мысль свою? Вроде дела-дела обычные делаем. А тут раз и есть чему поумиляться, полюбоваться. Все, горлышко прополоснуть надо. Ну, теперь ты пойдешь на дерево нападать. Вот, все, дружно погрызли трухлявый пенек. Теперь можно и попить. Не знаю, друзья, как вам, может, кто-то, ну, городские, наверное, нас не смотрят, наши сельские каналы. Им не понять вот этого чудесного ощущения и впечатлений, когда домашние животные вот так вот себя интересно ведут. Вроде какая-то мелочь, какая-то ерунда, но мы гусей держим в первый раз, и я не знала, что им это очень интересно будет. Ага, а вот там они дербанят. Я им думаю, наверное, им что-то грызть хочется. Накидала им в кормушку, и вокруг кормушки уголь древесный черный. И судя по хрусту, они его тоже. А, Барсик идет. Тоже нашли, решили потрепать древесный уголь. Мяу, мяу, гусь. Ой, гусь, Барс. Ты пришел меня позвать? Чтобы я закончила заниматься с гусями и пошла дальше делами заниматься. Да, Барсик. Это наш Барсик. К зиме вон какой стал красавчик. Ну, у нас вот такая вот зима. Это высохшая речка, засохшая камышом вдали. Ну, не вдали, а рядом по нашему участку. И ни снежинки. Немножко на снег мы посмотрели. А потом пошел дождик, стало тепло. И зима закончилась. Ну, по ночам минус 1, 0 заморозки и все. А днем до плюс 8, до плюс 10 бывает. Так что вот такая вот интересность, развлекуха у нас появилась на хозяйстве. Оказывается, гусям интересно дербанить пенечки. Ну что ж, друзья, пока-пока. Хороших вам впечатлений от самых обычных дел. Пока-пока.